Подъела хвостовик у сверла. Цилиндрическая часть тут была. Китайский патрон, похоже, выдержал. Кулачки целые. Даже канавка есть. Похоже, китайцы когда-то в Союзе учились. Я включил уже перфоратор через регулятор для циркулярки. У меня там установлена розетка. Можно подключать и другой электроинструмент. На меньшей мощности процесс идет уже помягче. Нужно сделать хотя бы по одному фиксатору для каждой ваймы. Лучше, конечно, ставить пакет. А где тут было датское масло?
Да, это похоже альпину.